опытного, трудолюбивого и отзывчивого. Учителя наверняка видно сразу. Это ему не безразлично, как чувствует себя ребенок в школе. Это именно он поможет в трудную минуту или объяснит сложный предмет буквально на пальцах. Того же заслуживают и только начинающие учителя, потому что новая работа – это всегда стресс. Тут и появляются наставники. Все подробности сегодня в эфире программы «Реальность».